Ну вот, ребятки, настал сегодня день, записанный к дилеру на Маяковского 2. Едем на станцию для прохождения ТО 0. На одометре у нас уже перевалило за 5000. Можно ТО проходить плюс-минус 1 месяц и пробег плюс-минус 500 километров. У нас уже идет 6 месяц и пробег, как видите, 5300. То есть условия по сервисному обслуживанию не нарушены. Вот он, наш автосалон Жилина Маяковского 2. Фильтр масляный я поставил маркировочку. Взял с собой буты для отработки. Вот, ребятушки, святая святых. Новенькие джилики. Ну что, паркуемся? Берем с собой сервисную книжечку. Стоят красавчики. Идем в салон. Чу, ребята, бумаги. Сейчас придет человек, машинку заберет, поедет на станцию. Машинка уезжает. Машинку сейчас моют. Вы знаете, вот такое обслуживание. Салон же новый, открыт всего 2 месяца назад. Такая вот зона ожидания. Вот стоит красавец. Обклеена пленка черная на крыше и стоечки. Ну вот машинка висит. Маслица слили, масло черное. Смотрите, какое масло, так ни разу не доливалось за весь период. Крутили фильтр, так что все было получено. Фильтр поменяется, сейчас принесут новый, поставят. Поставили фильтр, заливаем свежак. Очень уютная атмосфера, все работы выполнены, можно отдохнуть. Для клиентов кофеек бесплатный, а не клиентов, к сожалению, платный. Ну все, ребятки, сервисные работы выполнены. Покидаем центр на Маяковского 2. Только положительные эмоции, все здорово. Ну, приедем через полгода. Это у нас будет 10 тысяч пробега в следующий раз и 6 месяцев. Прилагаю, ребят, акт выполненных работ. На ТО-0 происходит замена масла и масляного фильтра. Все, больше никаких работ не выполнялось. Машинка приехала домой. Еще скажу, что было одним бонусом, забыл уточнить. Машинку помыли бесплатно шампуньками, и теперь она чистенькая и сияет. Всем удачи!